по-прежнему без голубого топлива. До середины июля в поселке Новоалтайск обещали пустить природный газ в более чем 200 жилых домов. Но дело с мертвой точки пока не сдвинулось. Напомним, 3 года назад в Новоалтайском микрорайоне Вележановка по краевой программе развития газификации края построили газопровод. Но его так и не ввели в эксплуатацию из-за множества нарушений, которые допустил подрядчик. При этом многие жители купили необходимое для подвода топлива оборудование и оформили пакет документов. После многочисленных жалоб людей в администрацию и прокуратуру подрядчик замечание Ростехнадзора все же устранил и пообещал до середины июля пустить газ в 200 из 600 домов поселка. Как выяснилось, обязательства он выполнил лишь наполовину. Пусконаладочные работы завершил, но газ в жилые дома так и не пустил. С главой мы после наших новостей уже разговаривали. Он сказал, что все под личным контролем. Точно в июле уже пуск сделают газа. Но пока как бы тишина.